У меня есть сюрприз для тебя. Ладно. Хм. Хочешь угадать, что это? Это костюмчик для малыша. Ты купила его сегодня утром. Ты хотела меня удивить? Прости, ты беременна. Ты знал? Да, просто... Ты уже дарила это. Это уже случалось раньше. О чем ты говоришь? Что происходит? Кто-то идет, и он собирается причинить нам боль. Он сказал, что ты убила своего отца. Мне надо знать, что случилось. Почему ты это делаешь? Мой отец умер от сердечного приступа. Нет, я ничего не делала с ним. В любую секунду он постучится в эту дверь. Помоги мне. Что происходит? Этого не может быть. Полиция, открывайте. Это он. Это ты позвонил в полицию? У нас ордер. Пожалуйста, откройте дверь. Я ничего не делала. Меня не волнует. Послушай его. Это твой единственный шанс. Открывайте двери, сейчас же! Ты же знаешь, я люблю тебя. Ты должен мне верить. Стой! Ты арестована! Ты дома? Что ты делаешь? Ты в порядке? Двенадцать минут. Интерактивный триллер. О человеке, запертом в петле времени.